когда вы грозите России очередными санкциями, в задницу себе их засуньте, трубочкой сверните. Какие там санкции? О чем вы говорите? Там вообще и территорию теряли, и миллионы людей, миллионы жертв. И тем не менее мы побеждали. И сейчас победим. Мир стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса. Речь, разумеется, идет об обратном эффекте от антироссийских санкций. Мы предупреждали заранее. После ухода с российского рынка мировых брендов в России начало работать настоящее импортозамещение. Закусочные «Дяди Вани» на смену «Макдоналдс». Российские патриоты пока что видят в уходе мировых брендов только плюсы. Прекращение поставок газа из России лишит Москву большого количества денег, но Европе придется еще хуже. Она потеряет абсолютно все. При чем тут я? Что вы ко мне все пристали? У меня была прекрасная жизнь, у меня было все хорошо. А я мог ездить в Европу, у кого-то, как у меня, была там недвижимость. Почему я не могу сейчас взять и воспользоваться, там, не знаю, Apple Pay, Google Pay? Почему я не могу полететь, куда хочу? Почему я смотрю, как нас ненавидят сейчас во всем мире? И ты невольно задаешься вопрос, ну подождите, как же так? Ну что же это происходит? Неужели этого нельзя было избежать? Знаете, для меня это еще и личная драма. Ольга – сливной бачок. Я вообще не согласна. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Введенные против России ограничения, они открывают для нас новые возможности, в том числе сейчас есть все условия для того, чтобы